такой, ну, менталитет российский, мы больше привыкли к контенту, чем к энергии. А фишкой Тони Робинса, то есть его ядром, его вот этого вот, вот его, его бренда, да, его феномена Тони Робинса является энергия, с которой он выходит. И есть основа, с чем он работает во всех программах. Это состояние. То есть главная его основа, его тренингов, это переключение внутреннего состояния, в котором мы можем что угодно. В каком состоянии ты делаешь или не делаешь что-то? Если у тебя состояние уныния, если у тебя состояние низкого уровня энергии, и действительно то, что говорил Тони Робинс, если ты сидишь, учишься вот так вот, то что ты воспринимаешь? Твое тело не двигается ничего, ты воспринимаешь головой. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Но если ты подключаешь свое тело, если ты выполняешь определенные процессы, если ты меняешь свое состояние, ты меняешь свой фокус внимания, меняешь свою энергию внутреннюю, ты по-другому воспринимаешь информацию, ты по-другому действуешь, ты по-другому имеешь результат. И чемпионат мира по футболу. Пришел, что-то там получил за эти деньги бешеные, которые ты заплатил за абонемент на хороших местах. Что ты получил полезного? Все орут, как сектанты там просто вот так вот и все, а получают ноль. Смотрят, как несколько мужиков в трусах бегают, гоняют мяч по полю. Платят за это большие деньги, и ничего, это нормально, это не лохотрон. А прийти к Тони Робинсу на семинар, где дают определенные вещи, закрепленные психофизикой еще, ну, как бы вот такое восприятие. Я ездил на Тони Робинса в Лондон, где были по 10 тысяч человек. Это было незабываемо, это было очень круто, это было свыше того, что я ожидал. Сразу скажу, что приехал на самом деле чисто из любопытства посмотреть на самого крутого тренера в мире, кто такой Тони Робинс, я о нем слышал 5 лет, и меня приглашали много раз, и я находил способ не приезжать на этот семинар, но в этот раз все-таки приехал, и я... Не то, что абсолютно не жалею, что я приехал. Я жалею о том, что я не приехал сюда раньше, потому что то, что я здесь увидел на этом семинаре, то, что я здесь получил, то, что я здесь проработал, это не только мастерство, просто гениальное мастерство самого Тони Робинса как мастера по трансформации, но и получил собственную трансформацию, от чего я очень сильно в восторге. Я ездил в Майами на глубинную программу Тони Робинса, на которой было 5 тысяч человек. Я проходил платиновую группу Тони Робинса, которая стоит 10 миллионов рублей на человека за год, где состоит группа там, из 300 человек. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, что Тони Робинс – это ерунда. У нас контента сейчас завались. Весь YouTube, Google, Яндекс там, да, завален, ну, в смысле интернет, завален целой кучей статей, что делать. Почему не делать? Есть способы, как открыть бизнес, куда инвестировать, как стать счастливым, как создать отношения мечты, как реализовать цели. Все есть. Контент есть везде. Ну, есть же такие люди. Ничего нового, сказал обычные истины. Ничего нового и нету. Все, забудьте про это. Нету ничего нового. Все уже давным-давно есть. Вопрос в другом. Как ты это используешь и что необходимо для того, чтобы ты это использовал? Ну вот, я это и так знаю. Это одно. Что это внутри состояния? Я это и так знаю. Или другое. Так, я это и так знаю. Почему-то я это не делаю. Почему? А вот почему. Пошел, сделал. Это другая разница будет. Другая разница в результатах. А личный коучинг Тони Робинса стоит $1 миллион за 12 часов. То есть 12 часов личного коучинга стоит $1 миллион. И очередь на 5 лет вперед. То есть к нему еще не попасть. Поэтому, как бы, ну, раздутая цена это или нет, ну, как бы спрос рождает предложение, да, или предложение рождает спрос в данном случае. Но по поводу цены я хочу сказать вот что. Я хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Сколько стоит инсайт? Сколько стоит озарение? Сколько стоит смена точки восприятия? По поводу себя или по поводу какой-то вещи. Сколько это стоит? Я всегда на эту тему говорю, я удивляюсь. Люди говорят, тренинг дорогой. Я говорю, ребят, а сколько это вот дорого? Вот если инсайт, который влияет на вектор твоей жизни, сколько это стоит? Разве это можно измерить какими-то деньгами? Тони Робинс поменял миллионы жизней. 50 миллионов человек он поменял жизни через свои обучение и тренинги. 50, блин, миллионов. Поэтому, когда я слышу лохотрон, говорит, друзья, ну, 50 миллионов человек там лохов, которые зарабатывают охренительные деньги, которые развиваются, растут, преодолевают себя и делают новые результаты в жизни.